Всем привет, меня зовут Данила Виктор, я главный тренер женской баскетбольной команды «Черные медведи» город Санкт-Петербург, выступающий в Суперлиге 1. И сегодня мы с вами познакомимся с пик-н-ролльным взаимодействием, так называемым «Roll and Replace». Посмотрим, как оно выглядит на деле. Данная пик-н-ролльная расстановка будет особенно успешна, если в вашей команде есть четвертый номер с хорошим дальним броском. Цель этого взаимодействия – запутать подстраховку соперника и найти свободного игрока для открытого броска. За счет этого взаимодействия мы можем провоцировать подстраховку соперника от нужного нам игрока и тем самым создавать для себя много возможностей для атаки. Основной фактор, позволяющий успешно реализовывать данное взаимодействие – это хорошее видение площадки у игрока, разыгрывающего пик-н-ролл. Данная расстановка позволяет не только хорошо находить снайперов на дуге, но и также использовать большого под кольцом.